У нас и погодка сегодня, у нас просто жуткий ливень за окном. Я сегодня собираюсь к девочкам с канала «Маха одетая» на съемку. В ней тоже будет Даша, у нас будет такая очень интересная концепция. И вот буду делать макияж для видеосъемки. Это будет не фотосессия, это будет видеосъемка. Но мне кажется, что в принципе правила как для фото, так и для видеосъемки в макияже, они довольно-таки похожи. Поэтому будем начинать. Одно из самых важных, это, наверное, все-таки база, да, потому что как у вас выглядит лицо, вообще тон лица, это, ну, все решает, фото, видео, да и вообще в реальной жизни. Я буду тут смешивать два тональных средства, это Fluid от La Roche-Posay Tolerant Taint и Dior Skin Nude, тоже в 0,1 оттенке. Этот идет такой вот более с натуральным финишем, этот с матовым от Dior, поэтому я буду просто их миксовать. С девочками мы как раз познакомились 24 числа на встрече блогеров нашего города. И вот как-то мы так быстро нашли общий язык. У них очень интересный канал, такие фэшн-видео. Знакомят людей с трендами, как правильно сочетать какие-то элементы там одежды, аксессуары. Мне кажется, этого действительно у нас вот не хватает на просторах YouTube, и у них очень-очень качественные видео, вот все так профессионально отсняты. И вот пригласили на видеосъемку такую тематическую. Я буду вся в таком белом, в нежном образе, но я буду на черном фоне, это будет в студии. А вот Даша будет вся в черном и на белом фоне. Такой вот как инь-янь. Прическа у меня будет другая, я буду уже делать ее, когда к ним приеду в студию, но я оставлю вам ссылочку просто на свои топ-3 быстрых причесок на не очень свежевымытые волосы, просто когда вам нужно быстро что-то сделать, и там как раз, по-моему, первая или третья, это будет одна из них. У меня здесь есть вот такая вот новинка в моей косметичке, это консилер от темных кругов от NYX, в оттенке 01 Fair Claire. Самый светлый оттенок, он немножко идет с таким вот персиковым подтоном. Понравился мне у него такая текстура, я боялась, что он будет сухой, но нет, у него такая сливочная текстура, хорошо ложится под глаза. Мне кажется, разница очень даже заметна. Он очень хорошо нейтрализует какие-то диспигментации на коже. Действительно, вот наслаждаюсь его использованием. В принципе, учитывая тот факт, что это можно считать бюджетным продуктом, очень советую. Потому что это не повседневный макияж, а все-таки макияж для съемки. Мне нужно хорошо сделать хороший такой рельеф на лице, поэтому я нанесу также консилер под глаза, он светлее, поэтому он будет у меня работать как хайлайтер. Сейчас тоже буду делать один такой вот маленький трюк, который делают очень много визажистов. Это такая вот техника баффинг, именно втирание в кожу пудрового продукта. Очень хорошо выравнивает рельеф и вот все поры скрывает. Поэтому вы просто хорошо в такую вот набитую кисть набираете пудру и круговыми движениями как бы вбиваете это все в кожу. Я просто влюбилась в свои новые палетки от Lime Crime. У меня, как вы видели, надеюсь, видео все-таки. Я надеюсь, что у меня выйдет это видео до этого. Ну, короче, Venus первая, Venus вторая. И в этом макияже хочу использовать первую, потому что здесь такие вот... Ну, это считается как такая более дневная палетка. Такие вот теплые оттенки, персиковые, бордовые. Очень-очень красивые. Хочу начать с этого персикового сатинового оттенка, который называется Shell. Начну растушевку с помощью оттенка Divine. Это такой вот нейтральный коричневый, немного с серым подтоном, как вам вот здесь вот видно. Просто нанесу в складку. Теперь возьму оттенок Creation, это такой вот теплый коричневый, немного как кирпичный, и буду наносить его во внешние уголки и также наносить в складку.
Нанесу немного оттенка Venus. Это сатиновый такой вот бордовый оттенок. Теперь возьму оттенок Icon. Это темный коричневый матовый цвет. Очень-очень пигментированный. И буду наносить на нижнюю линию роста ресниц. Знаете, мне тут чем-то образ напоминает. У меня такое вот вдохновение. Все-таки сейчас в США проходит фестиваль Coachella. И да, к сожалению, у нас таких вот веселых фестивалей нет. Но вот... Не знаю, такое вот у меня вдохновение на какие-то такие теплые оттенки, на такой вот стиль хиппи. Здесь есть бордовый матовый цвет, Muse называется, я его тоже наберу и нанесу на серединку. Мне кажется, звезда этой палетки, я просто влюбилась в этот оттенок, это такой вот очень красивый золотисто-бежевый оттенок аура. Просто настолько сияющий, именно как хайлайтер, обалденный. Чем-то мне напомнил Мэри Лу от The Balm Highlighter, но мне кажется, он еще больше горит на лице. Нанесу во внутренние уголки. И под бровь также. Я теперь выгляжу просто как самое бледное на свете полотно. Нужно возвращать рельеф кожи. Здесь у меня есть... Румяна от NYX в оттенке Taupe. Очень-очень популярные. Наконец-то я до них добралась. Хотя, насколько я знаю, их как бы сняли вообще с производства. У них сейчас глобальная распродажа. Вот на румяна в такой упаковке на сайте. Вообще копейки там по $2.50. Они очень пигментированы, поэтому нужно на самом деле набирать их, ну, такой мягкой кистью, иначе очень легко переборщить. Румяна у меня от Шанель, которую я все это время держала в руках. Это оттенок 170 Rose Glacier. Очень красивый розовый нежный оттенок с золотистым шиммером, по-моему. Ну, тут как бы не шиммер, просто очень красивое сияние. И я нанесу чисто на яблочки. Вообще для съемок и для фото все-таки лучше иметь матовое лицо. Потому что если вы нанесете хайлайтер, особенно если это будет все-таки съемка при искусственном свете, то будет очень сильно все отсвечивать, так же как и тональные средства с SPF, у которых какие-то сияющие частички, светоотражающие, они тоже могут очень сильно отсвечивать. Жидкая матовая помада от Colourpop в оттенке Личи. В общем, я не знаю, понятно, что за цену в $6 как бы нельзя прям супер-пупер качество ожидать, но они уж слишком сухие, оттенки обалденные. Я привыкла к матовым текстурам, но вот эти вот для меня чересчур сухие, на просто голые губы ни в коем случае не наносите, потому что вам все стянет. Вот цвет такой очень веселый, люблю такие оттенки. Обувь убийца. Боже. Сразу на 20. Легче? Да. Вот она лицо. Не, они бы были удобные, но тут подъем, конечно, убийство. Зато красиво. Ой, красота требует жертв. Ну вот. Знали б мужчины, как мы это все делаем? Знали б мужчины. Как, на что теперь мы идем? Теперь будут знать. Там ничего нет? Да, я все снимаю. Все, я дальше снимать не буду. Да, все, спасибо. А может быть, буду? Это же будет для домашнего архива.
По-моему, я нашла платье своей мечты на сегодня.